Всем привет! Вновь футбол собрал нас у экранов. Работать сегодня для вас будет пара комментаторов Константин Генич и Георгий Черданцев. Команды сегодня проведут очередной матч на этом турнире. Очень мне нравится атмосфера перед игрой. Футболистам в таких условиях, надеюсь, будет проще показать свою лучшую игру. Здорово, что мы работаем при полных трибунах. Здесь все готово. Момент для Мбаппе. Берет удар на себя. Они играют смело и возвращают себе мяч. Этим составом Лайонс сегодня будут решать свои задачи. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. В защите Дани Карвахаль сыграет с Жуаном Капдевиллой на флангах защиты. И теперь к нападению. Здесь Тьерри Анри сыграет с Мбаппе. Бензема! Гол! Забили быстро, и это отличный задел на всю игру. 1-0 в нашей игре. Ляо. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Похоже, это гол. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Классный прыжок вратаря. Получилось сыграть не только эффективно, но и красиво. Бруно Фернандеш. Джуд Беллингем с мячом. Мбаппе. Отличный перехват, пожалуй, его лучшее действие сегодня. Карим Бензема. На этом атака закончена. Хороший перехват. Мбаппе. Хороший отрезок сейчас проводит команда. Очень здорово прессингуют они. Мбаппе! Игра продолжается. Вратарь не забрал мяч. С мячом Джуд Беллингем. Гол! Счет равный! Снова равенство на табло 1-1. Клаудио Маркизио. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Еще чуть-чуть. Гол мог быть. Ляо. Мяч за боковой уходит. Будет аут. У них получается завладеть мячом. Пас перехвачен. Тащит вперед мяч. Анри. Вратарь не фиксирует мяч. Нужно играть. Гол! Он отправляет мяч в сетку с добивания. Вратарю должно быть обидно. Он-то сыграл хорошо. Счет 2-1. Отлично в отборе сыграно. Аут. Фернандеш. Прорывается он с фланга. Анри. Мяч в воротах. Они забили в первой же ответной атаке. На табло снова ничья. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило точности. Пак Чисон. Здорово сыграно в отборе. Соперник без мяча. Карвахаль. И буквально подарил мяч сопернику. Лайонс идут вперед. А вот и не получилось у них свою атаку продолжить. Мяч потерян. Клаудио Маркизио. Фернандеш. Помогает ему партнер в атаке.
Пас на Клаудио Маркизи. Хороший момент для гола. И это просто шедевр. Повтор забитого мяча, и на нем еще раз отлично видно, что у вратаря не было ни единого шанса в этом эпизоде. С очень близкого расстояния бил игрок и сделал это без промаха. Маркизи. Мбаппе. Ищут свободную зону. Мбаппе. Можно бить. Хорошо играет вратарь. Это вопрос концентрации. Голкиперу в любой момент нужно быть готовым к удару. Бруно Фернандеш. Потрясающий перехват. Атака была крайне опасна. Идет с мячом к воротам. Удар! Хорошо сыграл голкипер. Клаудио Маркизио. Фернандеш. Пошли в атаку Лайонс. Нужен удар. Есть гол. И теперь сопернику придется совсем тяжело. Он отстает на два мяча. На повторе хорошо видно, как здорово в этой ситуации разобрался игрок нападения. Все хорошо у него с техникой. И он без проблем обыграл защитника и отправил мяч в сетку. Отличное владение мячом у Lions. Здорово они смотрятся. В середине поля хорошее движение мяча. Но в данной ситуации, когда ты ведешь в счете, это, пожалуй, лучший вариант, чтобы измотать соперника еще больше. Мбаппе. Он заблокировал удар. Судья дает свисток на перерыв. Первый тайм закончен. Второй тайм начался. Маркизи. Жоан Капдевилла. Килиан Мбаппе. И ближе к воротам игра переходит. Откровенно слабым получился этот удар, и вратарь без каких-либо проблем забрал мяч. Изначально-то позиция выглядела куда более опасной, но пробить как следует у него не получилось. Отдает Бускетс мяч сопернику. Бруно Фернандеш. Мяч перехвачен. Джуд Беллингхэм. Ляо. Лайнс идут в атаку. Удар! Перекладина! Но мяч в игре. Вот так заканчивается этот момент. Очень близки они были к голу несколько минут назад, но точность их подвела, поэтому счет остался без изменений. В очень подходящее время прерывается эта атака. Может он забить здесь? Разрыв в счете сокращен до минимума. И теперь команда получает, что называется, психологическое преимущество. И постарается сравнять счет. 4-3 на табло. И команды радуют нас результативностью. Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами. И дистанция для него не проблема. Отлично играет в отборе. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Они забирают мяч на чужой половине поля. Удара ждем. Гол. Теперь на его счету дубль. Защитники опять остались ни с чем. Защита, видимо, осталась в раздевалке. 5-3 на табло.
Бруно Фернандеш. Дани Карвахаль. Маркизи. С мячом Джуд Беллингем. Зарядил так зарядил. Ну еще поточнее бы, тогда было совсем хорошо. Это Роберто Карлос. Карим Бензема. Отличное оборонительное действие. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. Капдевилла. Рональд Араухо с мячом. Не спеша перекатывает мяч на своей половине поля, выигрывающая сторона. Хорошо было бы, если бы мяч у них сейчас отняли и заставили побегать. Капдевилла. Мяч у Жоана Капдевилла. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Повреждение сказывается, тяжело ему играть. Ибраима Конате. Мяч у Жоана Капдевилла. Немного времени остается до конца второго тайма. Пока что преимущество полностью за хозяевами. Они смотрятся на голову сильнее соперника. Они не оставили соперникам шансов. Заметно, что все линии действуют сознанием дела. Стараются сохранять рисунок игры постоянно и не прощают ошибок. Отличная команда, которая по силам справится с любым оппонентом. Пас на Капдевиллу. Пас на Конате. Атака прервалась на подступах к штрафной. Капдевилла. Джуд Беллингем с мячом. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Ляо. Мяч у Жоана Капдевилла. Рафаэль Ляо с мячом.